Алексей Анатольевич, прежде всего, с победой вас. Скажите, за счет чего удалось добиться успеха в сегодняшнем матче? Ну, начало матча сыграли там по установке и действительно забили хорошие голы. Смазали концовку матча, да, начали играть не как просят тренера, а как они представляют хоккей. Из-за этого вот такая концовка получилась смазанная. Конечно, хотелось бы, чтобы и на ноль отыграли. И такие победы, ну, на ноль, когда выигрывают, они придают уверенности. Но, к сожалению, не доиграли, пропустили гол. То есть ваш вот этот тайм-аут был связан именно с тем, чтобы удержать преимущество на ноль, да? Нет, тайм-аут был связан с тем, что был длинный отрезок, был проброс, и чтобы ребятам дать вздохнуть, они не могли меняться, чтобы дать вздохнуть, взял эти 30 секунд. Но вот эти вот удаления, да, когда остались втроем, они вот действительно подломили. В основном одни и те же обороняются, ребята устают. Беркут и Кубани — дебютанты лиги. Скажите, подходит ли этой команде такое определение, или она вот способна на больше, по вашему мнению? Да не, неплохая команда. И, ну, как бы в подтверждение, можно заглянуть в турнирную таблицу, они идут неплохо. И видна игра, видна тренерская рука. Какие выводы по сегодняшней игре нужно сделать, чтобы завтра также повторить успех? Нужно от первой до последней смены отыграть по установке, по тренерской. Тогда будет результат, тогда будет победа.